Член Совета Федерации от Ненецкого округа Евгений Алексеев на еженедельном совещании при губернаторе округа сегодня раскритиковал политику муниципальных чиновников. По его словам, они продолжают заваливать региональную строительную программу и этим совершенно не обеспокоены. Евгений Алексеев предлагает персонально за каждым возводимым объектом в субъекте закрепить определенного чиновника, чтобы в дальнейшем понимать, кто стал героем того или иного недостроя. Сенатор, в частности, отметил, подобная ситуация повторяется год от года. При этом мало кто демонстрирует, что обеспокоен этой ситуацией. На календаре только начало декабря, а на некоторых объектах уже отсутствуют строители. Хотелось бы понимать и слышать, это что, действительно умышленное какое-то действие, которое направлено на то, что предоставили право достраивать. И поэтому мы будем, я пытаюсь домыслить за муниципалом. И мы будем достраивать долго. Значит, тогда, в принципе, это точно, на мой взгляд, входит в противоречие с интересами территории, с интересами населения. То есть интересы чиновничества тогда ставятся значительно выше, чем тех людей, для кого должны быть возведены эти объекты. После слова взял глава Ненецкого округа Игорь Кошин. Он напомнил всем присутствующим, что передача полномочий в сфере строительства от муниципалов на более высокий региональный уровень направлена в том числе на решение именно этой проблемы. Напомню, с января 2015 года все возводимые объекты в регионе – жилые дома, больницы, школы, детские сады – будут находиться под строгим контролем Ненецкого округа. Эта мера должна помочь ликвидировать так называемые долгострои.